Республика Кабардино-Балкария. Один из красивейших регионов России. Это самый высокогорный регион страны с уникальными традициями, культурой и историей. Здесь расположена часть главного Кавказского хребта и самая высокая вершина Европы – гора Эльбрус. Дороги Северного Приэльбрусья – это удивительное путешествие по живописным долинам и захватывающие панорамные виды, меняющиеся с каждым поворотом. Красота просторов Кабардино-Балкарии восхищает в любое время года, поражает разнообразием цветов и форм летом и завораживает сияющими снежными вершинами зимой. В 30 километрах от Кисловодска в направлении Джилы-Су в горах Зольского района Кабардино-Балкарии уютно расположился экопарк «Долина Нарзанов». Это уникальный природный комплекс оздоровления, отдыха и развлечений для всей семьи. Открывшись в 2022 году, экопарк стал первым круглогодичным курортом в Северном Приэльбрусье. Комфортный отдых и незабываемые впечатления «Долина Нарзанов» дарит гостям в любое время года. В этом фильме мы расскажем, почему это так, и совершим небольшое путешествие, где красота заповедной природы соседствует с радостью и детским смехом, а времена года меняются как по волшебству. Парк «Долина Нарзанов» — это активный отдых для всей семьи. В 2022 году здесь был открыт первый на Кавказе круглогодичный тюбинговый комплекс. Современное покрытие горок заменяет снег и позволяет кататься летом так же быстро и весело, как зимой. Дети до 12 лет могут прокатиться на детской трассе. Просторная горка длиной 55 метров поделена на дорожки и может одновременно прокатить до 5 человек. Взрослых и детей старше 7 лет в экопарке ждет большая тюбинговая трасса. 450 метров безопасного скоростного спуска подарят незабываемые эмоции, а удобный подъемник снова доставит на вершину ярких впечатлений. Тюбинговый комплекс «Долина Нарзанов» был спроектирован и построен с учетом всех требований безопасности. Это позволило тюбинговой трассе экопарка стать первой сертифицированной в Северном Приэльбрусье, а также самой протяженной и скоростной на Кавказе. Ваши дети просят новых впечатлений? Добро пожаловать на детский троллей, где их ждут внимательные инструкторы
и 34 метра безопасного и веселого полета по канатному спуску. Если дети накатались, пусть отдохнут в детском городке. Здесь, среди безопасных горок, лестниц и лабиринтов, каждый ребенок сможет найти приключения по душе в любое время года. Экопарк «Долина Нарзанов» постоянно развивается, и чтобы наши юные гости не заскучали, мы построили для них еще один детский городок и батутную площадку. Здоровье гостей в долине Нарзанов улучшает не только горный воздух, но и целебные нарзаны. В экопарке расположено более 20 минеральных нарзанных источников, а также родник с серебряной водой. Польза этих источников неоспорима, а целебные свойства подтверждены экспертными оценками Института курортологии. Вода в них отличается по вкусу и составу. Такого ансамбля нарзанов не встретить больше нигде. В суете современного мира нашему телу и душе так нужно вдохновение. Экотропа долины Нарзанов не просто место для прогулок. Это путеводитель в удивительный мир природы. Чистейший воздух гор, ароматы цветов, щебет птиц и мягкий шепот ветра помогут найти ответы на многие вопросы и обрести гармонию. А энциклопедия экопарка расскажет интересные истории о местной фауне и героях нардского эпоса. Круглый год прогулка по живописному урочищу Лохран вдоль кристально чистой реки Хасаут, где резвится краснокнижная форель, дарит вдохновение и здоровье. Экопарк находится на высоте 1300 метров над уровнем моря. По заключению Института курортологии, эта высота является наиболее комфортной и оптимальной для стабилизации артериального давления. Прогулка по экотропе наполнит вас новыми силами и укрепит вашу связь с природой. Ведь природа – лучший целитель. Польза источников долины Нарзанов не ограничена их питьем. На территории парка гости могут искупаться в водах Нарзана и серебряного источника. Минеральный состав воды восстанавливает нервную систему, помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях и улучшает сон.
позвольте нарзанам привнести в вашу жизнь оздоровление и гармонию. Долина нарзанов – особо охраняемая природная территория. Поэтому сохранение экологии в долине – почетный долг каждого. Когда-то по вине браконьеров из реки исчезла рыба, а животные ушли из этих мест. При строительстве парка здесь проявили максимальную заботу о природе, не нарушив ее первозданной красоты. Сегодня в экопарке строго запрещены охота и рыбалка. Каждый год в реку Хасаут выпускают до 40 тысяч мальков форели. Постепенно в долину возвращаются и дикие животные. Сохранить природу в первозданном виде, чтобы ей могли наслаждаться наши дети, в экопарке «Долина нарзанов» призывают всех гостей. Если, побывав здесь, вы не успели отдохнуть, то можно поставить дела на паузу и остаться на несколько дней. Дома экопарка «Долина нарзанов» гостеприимно встретят вас и ваших близких. Здесь уютно и необычно. Например, уникальный дом «Очаг горца» построен для съемок настоящего художественного фильма. В нем, как и во всех домах экопарка, есть все необходимое для комфортного проживания в любое время года. Узнать подробнее о номерном фонде экопарка и оформить бронирование вы сможете на нашем сайте dolinanarzanov.ru. Поверьте, встретить здесь начало нового дня – это прекрасно! Где еще попробовать кавказскую кухню, как не там, где ее придумали и довели до совершенства? Все блюда в кафе «Долина нарзанов» готовятся из натуральной сельхозпродукции местных фермеров, а главный кулинарный секрет – уникальная вода горных источников. Лакумы шурпа, хычин, лициклибже и, конечно, различные виды шашлыка. Для вас мы собрали самую аппетитную коллекцию – В любое время года кафе «Нарцаны» радушно встретит и вкусно накормит всех гостей. Вы можете расположиться, где вам удобно – внутри кафе, в беседке или на веранде. Везде вас ждет вкусная еда и великолепный вид на горы. Северный Кавказ – это место, где обычаи и традиции предков умеют хранить с особенной заботой. В
сувенирной лавке «Экопарка» характер и культуру народа, самобытность и красоту гор умелые руки местных мастеров воплощают в украшениях и посуде ручной работы, старинных кувшинах, предметах одежды и даже музыкальных инструментах. Эти уникальные изделия мы будто жемчужины разыскиваем у мастеров Северного Кавказа, работающих в различных техниках керамики, гальваники и бронзы. Загляните в нашу сувенирную лавку, чтобы порадовать себя и удивить близких. Экопарк «Долина Нарзанов» открыт для ваших оценок и предложений. Давайте дружить в соцсетях. Мы рады вашим отзывам. Положительные нас окрыляют, а отрицательные показывают, что нужно улучшить. Экопарк «Долина Нарзанов» ждет вас круглый год, золотой осенью и снежной зимой, цветущей весной и солнечным летом. Каждый день мы работаем над тем, чтобы экопарк «Долина Нарзанов» всегда оставался для вас местом, куда стоит вернуться, чтобы снова ощутить тепло гостеприимных приветствий, покой природы, здоровье и вдохновение. Ведь на Кавказе каждый гость послан Богом.